переживания были по тому, как вообще сын выйдет, как он это всю атмосферу воспримет. И я, честно говоря, очень рад, что он по-мужиковски, по-пацановски, не боявшись. Сложные мячи были, и подавали, и не жалели сегодня его. То есть справился, молодец. Я очень рад, что он мужичок настоящий. Конечно, сильное отличие и в тактическом плане, и в физическом. Ну, во всем волейболе, в принципе, отличия идут. Все-таки тут и все поближе, и поддержка, и тренера, и папа всегда рядом. Так что, если что, ну, нормально. Конечно, другой волейбол. И подача тут намного сильнее, и справится. Самый главный момент – это психологический сильный фактор был именно для него. Я вот смотрел на него, смотрел на его реакцию, смотрел, как он будет в той или иной ситуации действовать. Поэтому я тут спокоен, тут психология в норме. И за его будущее, в общем-то, я не переживаю. И даже можно такие моменты повторять. Я думаю, он с удовольствием и прибавит в следующий раз. Конечно, сам процесс как бы игры, выйти на площадку, почувствовать атмосферу, это вот отдельные эмоции уже. Ну, надеюсь, в следующий раз выйду получше. Первый такой дебют. И, в общем-то, здесь какого-то чуда сегодня ждать, ну, бессмысленно. Он сделал то, что на какой, то, что сейчас готов, и я этим результатом еще доволен. К отцу огромное-огромное уважение как человеку, как спортсмену. Даже если бы он сегодня с женой вышел играть, это выразило бы с моей стороны уважение. Надеюсь, что у него пойдет по стопам отца. Тот тоже когда-то 16 лет, вот как Геннадий Яковлевич сказал, попробовал этот хлеб. Сейчас понимает, что не так все просто, еще для Суперлиги много нужно работать.